Привет всем, дорогие друзья, подписчики и зрители, с вами, как всегда, Тайное НЛО, и сегодня, дорогие друзья, есть на чем даже поговорить. Сегодня, как всегда, что-то может произойти, но факт остается фактом. Не так давно было сделано заявление, что на нашу планету летит астероид. А то, что летит астероид, это одна проблема, а то, что стало на Земле происходить, в общем, другая. А множество людей, которые я общаюсь, даже по компьютеру, через соцсети, они пишут, очень странные явления стали происходить в лесу, стали происходить в каких-то помещениях, как будто что-то стало, дорогие друзья, меняться. В виде всего этого люди стали замечать необычные явления, как яркие вспышки, как летающие тарелки над головами, как происходящее того, что вообще не должно было быть под водой, даже видели в Сочах какую-то необычную, знаете, подводную лодку, но это не была подводная лодка, ее скорость была 72 узла, вы представляете? Я даже не знаю, с чего начинать и с чего заканчивать. Но я знаю, дорогие друзья, что на нашу Землю летит этот астероид, и все это стало влиять. Я могу только догадываться, в общем, происходящее. Давайте даже мы возьмем пример, что случилось недавно. А недавно, дорогие друзья, случилось в Китае, в горной местности, необычный обвал. Там нашли проход в пещеру. Представляете, проход в пещеру? И увидели очень интересный саркофаг. Он был вроде как металл, а вроде был отбит деревом, но решили открыть его несколько там жителей и увидели очень страшную картину. В этом саркофаге был трехметровый великан. Этот саркофаг лежал, как будто специально спрятан. Он был похож на человека. Рядом с ним, если память не ошибается, лежал какой-то свиток. Ни на китайском, ни на русском, ни еще на каком языке его нельзя было перевести. Но были иероглифы на нем, какие-то очень подозрительные, что летающие там какие-то стрекозы, падающее небо, сверкающий луч. Вот это все там было нарисовано. Что это, никто не знает. Но происходящее это случилось тогда, когда появился вот этот астероид. Как он обвалился, никто не знает. Но люди говорят, что изнутри был такой толчок. То есть его изнутри кто-то открыл. Говорят, что это, скорее всего, НЛО вылетело. Кто-то говорит совсем иначе. Но понять всю суть я не знаю, дорогие друзья. Правда это или нет. В общем, это загадка. Но есть еще один случай, который случился с несколько даже людьми. Они отдыхали в одном месте, расставили палатки и стали просто-напросто отдыхать. И одним моментом на них просто напал туман. Это было где-то 4 часа утра, они это рассказывают, почти 4-5, я точно не помню. И начало происходить с ними самые странные такие моменты. Туман стал в их сторону идти. Какие-то были необычные такие яркие, знаете, огни, вокруг них летали. Но они не придавали значения. В небе просто-напросто ничего было не видно. Но просто туман закрыл и все. То, что с ними произошло, они считают, что это природное явление, это точно чьи-то рук было дело. Кто-то рассказывает даже в том моменте, где в Африке, в Аргентине, в Египте, даже в Австралии были найдены, и да, кстати, огромные, вот огромные такие ямы, которые, наверное, нет объяснения, где в Африке не шли уже месяц дождей, утверждают ученые там, надводные эти пространства, которые организовал этот потоп, что смыло грунт. Я, правда, конечно, чуть не засмеялся, если на то и пошло, там в пустынном месте, в общем, воды давно нету, но суть в этом, несколько даже
людей, которые пасли своих коров там или коз, видели, как из земли резко вылетали какие-то неопознанные летающие объекты. Можно ссылаться, что это так и есть. Но, дорогие друзья, это я... есть объяснение или нет объяснения, я понять не могу. Они стали что, покидать землю. И я стал задумываться о одном, а не конец приходит тому, чего начинается. И сегодня я хочу вам показать ролик. Ролик, который, скорее всего, нет объяснения, но есть факты. В небе стали происходить очень необычные такие явления, которые все, наверное, видели. А кто-то, может, не видел, кто-то, наверное, просто-напросто придумал. И вот эти сейчас явления я вам сейчас покажу. То, что с неба начинает просто-напросто приземляться, потом яркая вспышка, я вам скажу объяснение только одно. Вот такие яркие вспышки бывают только при одном явлении. Но я помню, на своем канале рассказывал, что красная материя появляется, и в том месте будет кое-что страшное. Но тут получилось совсем иначе. Тут появились три таких красных материи, которые нет объяснений. Что будет происходить там, я не знаю. Может, там что-то будет такое страшное, может, такое ужасное, я не знаю, дорогие друзья. Но если у вас есть догадки, можете посмотреть этот ролик. Просто-напросто поставить лайк или подписаться, а дальше от вас все зависит. Верить мне или не верить, это ваше право. Так что с вами был канал Тайное НЛО. То, что вы сейчас увидели, то, что я вам рассказал, это все начинается происходить уже сегодня. Спасибо, что вы меня посмотрели. Спасибо, что вы меня дослушали, дорогие друзья. Ну а так, не забывайте жать колокольчик и ждите от меня следующего ролика. Thank you.